Из чего должен быть изготовлен нательный крест? Нательные кресты по традиции церковной изготовлялись и сейчас изготовляются из любого материала, ну, так сказать, разумного, который достаточно долговечен. Это может быть дерево, это может быть камень, это может быть любой металл. Были даже и кожные кресты в каких-то моментах. То есть здесь нету каких-то таких ограничений, поэтому можно из любого материала иметь крест. Другое дело, что насколько он удобен на теле носить, для ношения на теле, это уже каждый для себя выбирает сам. Но основным критерием это является освященный крест или неосвященный. Если он неосвященный в церкви, это всего лишь, так сказать, украшение в виде христианского символа, но не крестные знамения в полном смысле этого слова, с той силой духовной, которой он обладает после освящения. Поэтому можно купить крест не обязательно в храме, можно и где-то и в другом месте купить, но обязательно его надо осветить для ношения на теле.